столице Донецкой Народной Республики 6 декабря состоялась презентация книги под названием «Донецкое время. Время выбрало нас». В ходе мероприятия прошла пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель проекта, исполняющая обязанности министра информации Донецкой Народной Республики Елена Никитина, составитель сборника Валерий Герланец и другие. Это вторая книга, которая издана по заказу Министерства информации. Первая книга, я вам напомню, она вышла к 11 мая 2015 года, и она была о первом годе республики, летопись первого года. Называлась она «ДНР Ходи Косули». Эта книга о втором годе нашей республики. Я даже могу сказать более конкретно. С сентября 2015 года по сентябрь 2016. В сборник вошли лучшие публикации, эссе и очерки журналистов республики. Тираж книги «Донецкое время. Время выбрало нас» составил 1500 экземпляров. Часть книг в скором времени будет представлена во всех библиотеках Донецкой Народной Республики, где каждый желающий сможет ознакомиться с новым изданием. Алина Черняева, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.